Это самая грустная пасхалка в GTA 5. Чтобы ее активировать, вам надо приехать на кладбище Вайнвуда примерно в 10 часов дня и немного подождать. И через какое-то время здесь вы заметите маленькую собачку, которая куда-то направляется. Но если проследить за ней, то мы увидим, что она пришла к могиле своего хозяина. Эту собачку зовут Бобби. И эта пасхалка напрямую связана с историей из реальной жизни. После смерти хозяина она жила у его могилы целых 14 лет. Но иногда ему приходилось отлучаться, чтобы просто добыть себе еду. Ее пару раз пытались усыпить, но мэр города приказал, чтобы ее взяли под ответственность. И она стала законным представителем своего города. А когда Бобби умер, на его могиле поставили памятник, и на нем была надпись, которая гласит, что пусть преданность Бобби будет уроком нам всем.